Сотрудники российского генконсульства в Харькове были блокированы. У здания собралась толпа, многие с украинскими флагами. Консульство забросали пакетами с мукой и яйцами. В район стянута милиция, но стражи порядка бездействуют. Сообщается, что нападению подверглись несколько человек, которые выходили из здания. Их облили зеленкой. И вот только что из Харькова пришла новость. Толпа начала расходиться.